От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан, и одним мы в душе храним. Не каждому артисту в его творческой жизни посчастливилось исполнять песни патриотического направления. Это очень большая честь, большая гордость и в то же время очень большая ответственность исполнять песни, написанные людьми, которые жили в эти тревожные времена. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Песню под названием «От героев былых времен» я исполняю уже достаточно давно. Но каждый раз, выходя на сцену, меня просто переполняют эмоции. Каждый раз она звучит как-то по-новому, очень тревожно, с очень большой гордостью за свою страну. Когда я исполняю эту песню и смотрю в глаза зрителей, я вижу в них сопереживание. Многие из них наполняются слезами. И я понимаю, что, будучи человеком современным, я смог передать тот смысл, который был заложен автором в данной композиции. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, но дружба моя с тобою лишь вместе со мной умрет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, в тревожную даль зовет. Во время первого исполнения песни «А зори здесь тихие» я настолько погрузился в эту роль, что даже понимая, что за мной стоят молодые, современные исполнительницы, девушки, это мне не помешало переживать за них, как будто бы я их веду в тот самый неравный бой, как в одноименном фильме. На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А зори здесь тихие, тихие, бинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. В детстве я очень любил учиться. Многие ребята отпрашивались играть в футбол во дворе или играть в какие-то игры. Я, безусловно, в этом во всем участвовал. Но только после учебы гораздо больше мне нравилось сидеть, решать задачки по математике. Физика там позднее к ней присоединилась. Участвовал я во многих олимпиадах, во многих побеждал. Учился потом в физико-математическом лицее. Закончил с отличием его. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Папа с раннего детства видел, что я, как он говорил, умненький. Мы с папой учили очень интересным методом таблицу умножения. Это еще было до поступления в первый класс. Мы шли до бабушки, к которой я очень хотел попасть. На каждые три шага он задавал пример мне из таблицы умножения, а я должен был ответить. Если я отвечал неверно, либо не отвечал, мы возвращались обратно и начинали все заново. И так каждый раз. When the sunshine will shine together, told you I'll be here forever, that I'll
friend. Took it all sides, leave it out till the end. Now that's ready more than ever. Now that we still love each other. You can stand out of my umbrella. You can stand out of my umbrella. You can stand out of my umbrella. Отличное у меня было детство. Если бы я хотел детство бы еще раз провести, я бы заново его так же бы и провел. Спасибо огромное бабушке моей, моим родителям. Сейчас, когда я живу, так сказать, на сцене, и это мои самые главные два фаната. На любой концерт готовы идти, сидеть, аплодировать. Безумно им благодарен. Есть вечная любовь, что людям дарит небо. Есть вечная любовь, что небу доверяем мы. Благослови, прошу, мою отчизну небо. И каждый дом, и все, кто в нем. И каждый дом, и все, кто в нем. Благослови, благослови. Лет в 10 я лежал в больнице, и там встретил мальчишку, который принес туда гитару, который умел играть, как мне тогда казалось. И он тут же оказался в центре внимания, а я подумал, ух ты, я тоже так хочу, почему нет? После этого эпизода я стал интересоваться музыкой, долго упрашивал родителей, чтобы они купили мне первую гитару, они мне ее купили. И все закрутилось, завертелось. Тогда, если бы кто-то мне сказал, что я свяжу свою жизнь с музыкой, я вряд ли бы поверил. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And all the bad times I fear myself. Музыка — это та же математика. Во всяком случае, эти два понятия очень связаны между собой. Просмотрим отдельно взятую ноту. У нее всегда будет три параметра. Это громкость, высота и длина. Также играет роль, в какой момент времени воспроизведена данная нота. Отсюда мы получаем, что музыка — это нужная нота в нужное время. А что это еще такое, как не математика? Я часто жизни в глаза смеюсь. Давай забудем про минус, лучше вспомним про плюс. И пусть на наших часах нули. Этот день провели. Танцуй и только танцуй вперед. Вся эта музыка здесь, и она про нее. Чаще всего на сцене я работаю сольно, но также мне очень нравится работать в коллективе, будь то дуэт, трио, квартет, квинтет или все солисты, как правило, это общие песни. У нас очень дружный коллектив, и я считаю, что это залог успеха. Все было прекрасно, ты и я, романтично и страстно. Вспомни, как босиком по тропе бежали навстречу судьбе. Только с тобой мне так легко дышать. Взять за руку и больше не отпускать. И если ты растаешь, как закат, то я сгорю с тобой и не отпущу тебя. Идея создания мужского вокального коллектива родилась у меня довольно давно.
и став музыкальным руководителем дирекции по реализации культурно-массовых программ, у нас получилось воплотить ее в жизнь. Так и появился такой замечательный коллектив под названием «Керемет-квартет». Каждый из них талантлив, все они вместе составляют единое целое. Когда я вижу, как они работают, как их воспринимает зритель, сколько вообще людей приходит на их концерты, мне безумно приятно, что в этом есть частичка моего труда. В моей жизни, как и в жизни многих вокалистов в Астраханской области, в Астрахани в частности, был такой человек, который привил нам всем и мне тоже серьезное отношение к своей профессии. Это Лариса Сазонова. На одной из сводных репетиций общих, когда мы готовились к всероссийскому конкурсу, она дала мне отдельное задание, то есть у меня были сольные строчки в общей песне, с которыми я не мог сразу справиться, после чего она мне сказала такую фразу, которую я запомнил до сих пор. Она сказала: «Претендуешь? Соответствуй». Безусловно, есть моменты, которые мне в себе не нравятся. Например, рациональность. Конечно, это хорошее качество, но иной раз в творчестве это плохо, где нужно переступить через себя и просто попробовать. Отменили притяжение, до мечты коснется крыло. Ангел, как и прежде, дарит всем любовь и тепло, любовь и тепло. Для меня успех – это такое приятное состояние, которое длится не очень долго. Я понимаю, чтобы постоянно испытывать это ощущение, нужно очень много и долго работать.